Так. Блин, прикольно то, что все в Аркейне. А я ж тут буду тоже? Ну, Заквиэль прям похож на вот этого ученого, который арахис изучал, синий. Я забыл, как это называется. Прикольно. Так. А, это Майнкрафтер, да? Нихуя себе. Ну, это какая-то странная фотка. Тут причесочка прям тоже как будто из Аркейна. Прикол. А что, есть нейросети, которые за Аркейн решают? К сожалению, Аксиома из Кавара. Не, но он похож на какого-то этого злого ученого. Беру его. Так. Ля, нихуя, блядь. Я бы хотел бы, конечно, за себя проголосовать, но Евгена, бро, такой подбородок четкий. Хотя зацените у меня какие скулы, какой нос, тень как падает. Нихуя себе. Ладно, я за себя, очевидно. Так. Тут как будто нихуя не изменилось. Тут нейросетка, видимо, не справилась. Поэтому сюда голосуем. Тоже просто как будто рисунок. Поэтому вот это более аркейново. Так. Тут тоже как будто просто рисунок. Здесь более аркейново такие, типа, чуть-чуть угловатые текстурки. Тоже похоже на рисунок, здесь угловато, поэтому я это беру. Нихуя себе. Тут тоже рисунок, по сути. Нихуя. Прости, Авиняу. Не, ну это... Хотя, блядь, подожди. Так подождите, матушка уже был вроде. Или это был не матушка? Так, Дима Скриник. Ну, тоже нет. Да, Эльцес тоже нет, если честно. Ну, типа, не... Не знаю. Это просто похоже на портрет. Это хотя бы похоже, как будто персонаж Аркейна где-то сидит. Так что сюда. Так. О, я даже не знаю, кто это, но она похожа, как будто она прям из Аркейна. Вот реально. Вот реально, как будто она из сериала. Прикол. Ну, тоже. Ну, я бы его назначил каким-нибудь министром. Но похоже просто, опять же, на какой-нибудь портрет. Вряд ли. Да и здесь тоже. Это, ну, может быть, фотку, но это было какую-то получше брать. Не знаю. Тогда за Неркиса проголосую. Ля, нихуя. Не, ебать, охуеть. Не, ну это все, я голосую за Фирамира. Ля. Ля. Положи, глаза то же самое, вообще то же самое, блядь. Нос практически то же самое. Губы, глянь. Копяо, ебать, ученый. Но я бы его назначил бы министром образования каким-нибудь. Так, ну тут тоже, не, это не сериальная фотка. Вот это, кстати, ну даже больше именно, как будто вот реальные сериалы. Ба! Ну, больше сериально, но я не думаю, что Ивангай Майнкрафтер. Сейчас, подожди, на кого-то он тоже похож. Блять, вот на кого-то он похож прям. Хотя, вот опять же, зацените, видите, есть черты какие-то. Прикол. Не знаю даже, кого выбрать, блин, интересно. У него больше скулы прям подчеркнутые, а в Аркейне такие угловатые иногда текстурки, поэтому беру. Ну, это понятное дело, блядь, ну просто посмотрите нахуй, да? Поэтому берем. Блядь, да почему они все похожи? Смотри, ну Заквиэль, блядь, Фирамир, прикиньте. Не, ну тут очевидно, ну, я не очень сюда подхожу. Вот, Заквиэль прям как будто из Аркейна, вот прям пиздец. Вот прям из Аркейна, даже щетина, блядь, та же самая, нахуй, посмотри. Заквиэль прям реально из Аркейна вышел. Да кто такой пиксель ваш? Не, ну если бы в сериале Аркейн был бы русский депутат, то... Это был бы он. Ну, тут понятное дело, как ее. Так может, это она ее, может, и закосплеила, или так совпало? Как его? Ну, она больше на в молодости похожа. Как это называется? Ну, просто Аркейн. Вот эта вот чекуля, но которая в молодости. Вот, вот так вот.
ну, больше чуть похоже именно положением, смотрите, губ, возможно, носа, брови такие же, поэтому мы берем ее. Валюха, к сожалению, не подходит. Уф, блядь. Не, ну тут Ферамир выигрывает, он реально как будто прямо из сериала. А, это Дилерон, фу, блядь, я подумал то, что это матушка, пиздец, кек. Не, ну он похож. Похож на ученого на этого. Или как его? Ну, чуть-чуть на злодея смахивает. Так, Дима Скрынник или Димастер? Ну, Димастер просто картинка, да и это тоже просто картинка. Тут вряд ли что-то... Ну, а кого бы я бы больше мог представить именно в сериале? Наверное, Димастера. Так, понятное дело. Я не знаю, кто это. Понятное дело. Понятное дело. Тут тоже. Ну, потому что фотку показывал. Блять, вот кто из них больше? Ну, прям реально просто сериал и все. Вот они оба как будто, ну, блять, как будто с них срисовывали, как будто они были моделями для этого сериала. Вот она была моделью для маленькой вот этой главной героини, я забыл, как ее зовут уже. Вот. А он для ученого главного. Не, ну он прям пиздец. Он прям попадание, блять, в этого ученого. Но дело в том, что Заквиэль это тоже попадание в этого ученого. Вот вроде как-то и разные, а с другой стороны и один. Блять, ебаный сыр. Давайте я еще раз наберу. Вот этот чел. Понимаете, по овалу лица подходит больше Ферамир. По строению щетины и губ, наверное, и бровей, возможно, подходит больше... А ну-ка. Да. Зак по бровям вообще пиздец подходит. Смотри, какие тут брови, но тут они больше, более густые, но вы видите, да? Идет как бы трамплин и спад. И то же самое, трамплин и спад. Глаза... Глаза у обоих одинаковые, в принципе, аркейновые такие глаза. Нос. У Заквиэля больше подходит, наверное. У Заквиэля такой более острый. Глянь, вот тут вот эта вот загогулинка, да, переносится. И вот тоже у Заквиэля вот она прям. А у Ферамира нет. По щетине Заквиэль выигрывает, по губам... Ну, по губам чуть больше Ферамира выигрывает, потому что у него здесь трамплин больше. А у него... А, не, кстати, у него трамплина этого особо тоже не небольшой трамплин. Тогда Заквиэль. Тогда Заквиэль Аркейн, главный герой. А ну-ка, общая статистика. Да, ха! Бля, ну спасибо, конечно, пацантре. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Приятно.